прямом эфире. Теперь будут сообщать нашим подписчикам о том, что мы вышли. Будем ждать, когда они будут к нам присоединяться. Так, будем ждать наших подписчиков. Время 14:00. Будем начинать потихонечку. Добрый день нашим гостям прямого эфира. Мы рады вас приветствовать. Меня зовут Гаяна, я представляю команду Академии Первых. И сегодня мы проведем наше первое виртуальное интервью. Почетным гостем нашего прямого эфира станет Наталья Радченко, тренер по художественной гимнастике из Швеции. Почему выбор пал именно на нее? Ее страница «Ритмика» в Инстаграм завоевала сердцам, наверное, всех любителей художественной гимнастики, и нас в том числе. Позиции этого тренера очень близки нам, и они стали главными принципами создания Академии Первых, Центра гимнастики. Вот. И мы проведем сегодня интересную беседу на тему «Гимнастика будущего. Тенденции и перспектива развития». Наталья такой тренер, с которым хотелось бы обсудить, конечно, все вопросы, начиная от купальников и многое-многое другое, но ограниченное время нам не позволит это сделать, поэтому мы будем держаться рамок выбранной темы. Ждем Наталью. Так. Наталья не может присоединиться. Попробуем еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мы очень рады вас видеть в нашем дебютном прямом эфире. Соединение получилось, мы прям рады очень. Пока спасибо, ждем, взаимно. Пока мы ждем, когда присоединятся большая часть наших гостей, расскажите нам о себе. Нам очень, очень интересно, где вы родились, во сколько лет начали заниматься художественной гимнастикой, было ли это вашим личным желанием или, может, инициативой родителей, и хотелось бы узнать про карьеру гимнастки вашей и тренера. Слушаем вас. Скажу так, что изначально начала я заниматься гимнастикой поздно, перевели меня в 7 лет, так как жили мы до 7 лет в Беларуси. Возможности заниматься там не было, мы жили в маленьком городке. И затем, когда мне исполнилось 7 лет, мы переехали в город Днепропетровск, в Украину. И там уже было желание мамы очень сильное, чтобы я пошла на гимнастику. И, собственно, вот так я вот и начала. Привели меня в школу Олимпийского резерва, но туда меня не взяли, сказали мне, что я старая. И, соответственно, пришлось искать другие варианты. Мы нашли школу рядом с домом. Я начала ходить. Могу сказать так, что мое осознание себя как гимнастки и как в последующем тренера и вообще человека, причастного к художественной гимнастике, пришло на самом деле не так давно, а ровно сказать 6 лет назад. Именно с этого момента ко мне пришло действительно осознание того, что да, я есть в гимнастике, и это то, что мне интересно, и это то, чем бы я хотела заниматься. Собственно говоря, карьера моя была недолгая, прозанималась я до 13 лет. Затем я решила закончить. Это было твердое решение, что я совершенно не хочу этим заниматься, что мне это не интересно, это мне не приносит ни радости, ни удовольствия, я не вижу перспективы. У меня плюс еще дополнительно были некоторые проблемы со спиной, были боли. Плюс еще один фактор была учеба, то, что нужно было делать выбор, уже заниматься, вот 9 класс, учеба, готовиться к экзаменам. Поэтому вот так вот я и закончила. После того, как я закончила, я начала немножко помогать тренеру, и потихоньку-потихоньку я поняла, что у меня вроде бы получается тренировать, что детям как-то интересно, я брала маленьких деток и с ними делала какие-то упражнения и сама, и вот
Как-то у меня какой-то возник интерес, но затем я полностью погрузилась в учебу, это все спало на нет. И только, собственно, когда я уже приехала в Швецию, и думала, чем бы мне здесь заниматься, как бы дополнительно еще помимо учебы, я училась в институте, и я думала, ну, может быть, как-то здесь гимнастика есть, мне начала заинтересовало, что здесь вообще есть, какие секции и так далее. И вот, собственно, когда я уже начала тренировать детей в Швеции, действительно, я прониклась художественной гимнастикой по-настоящему. Хотя могу сказать, что, в принципе, у меня были достаточно хорошие успехи, как у гимнастки, достаточно хорошие результаты, но гимнастка я была отвратительна. Я была ужасная, ленивая. Мы не Вот верим, мы в это не себя верим. бы я тренировать не взяла. Таких я вот, как говорил один человек, такую гимнастику я выгнала в шею. Собственно, я такой и была. Ко мне нужен был специфический подход, меня нужно было все время хвалить, а тренеры у меня были советской закалки, которые, ну, как мягко сказано, что хвалят очень-очень редко и только исключительно по делу. Вот. И, соответственно, мне этого не хватало, конечно, мотивации не доставало. Ну, вот такая вот я была специфическая. Характер был у меня не очень. Да и сейчас тоже не очень остается, но работаем. Наталья, Вот. Так расскажи, что... вот как раз про работу в Стокгольме, в Швеции мы хотели вот следующий вопрос посвятить. Как давно вы там работаете? Повлиял ли на вас, как на тренера, опыт работы в европейской стране? Видите ли вы существенное отличие в работе российских и европейских тренеров? И как оцениваете вообще уровень гимнастики в целом в Швеции? Расскажите, нам очень интересно, думаю, нашим подписчикам тоже. Начала я работать в Швеции в 2011 году. Это был мой первый, так скажем, приход в секцию художественной гимнастики. Но тогда, к сожалению, я чисто по своим личным качествам, я скорее была не готова еще тренировать детей, и я еще не знала систему, поэтому я недолго тренировала деток, и я решила, что я закончу, я пока не готова к этому. Возможно, я позже снова начну этим заниматься. И в 2013 году я снова пришла в ту же секцию и уже, в принципе, там осталась надолго. Начала тренировать сначала старших девочек, которые уже были юниорки и сеньорки, мне дали группку небольшую, 6 человек. А затем в 2014 году я набрала уже свою группу детей. Опять же, 6 человек, небольшая группа. К сожалению, здесь нельзя тренировать детей, которые младше 7 лет художественной гимнастики. Они ходят здесь на, так скажем, общеразвивающую такую детскую физкультуру, где нет какого-то направления. А затем, после этого, по прошествии уже там определенного возраста, 6,5-7 лет, они уже могут выбирать, например, если они хотят идти там, в гимнастику художественную, спортивную, акробатику и так далее. Собственно, вот так вот мы и сделали. Набрала я группу, начала их тренировать и столкнулась с определенными специфическими требованиями, которые прежде всего касаются тренировок, тренеров. В чем же они выражаются? Ну, прежде всего, это, конечно же, то, что приоритеты расставляются на тренировках в пользу ребенка. Это не плохо, но это и не есть хорошо, когда в этом идет перебор. То есть, когда ребенок, он имеет абсолютно все права, он имеет абсолютно все возможности к тому, чтобы повлиять на исход тренировки, а тренер, соответственно, не имеет практически никаких прав, и он не может никак повлиять на ребенка, он даже не может, по сути, сделать замечание, потому что это может быть расценено как грубое отношение, как ущемление прав ребенка. То есть, я думаю, такие правила действуют не только в Швеции, но и по всей Скандинавии. Я знаю, что в Дании такие, в Норвегии, слышала, что и в Канаде то же самое, в Америке, в некоторых штатах и в Канаде в том числе тоже есть такая
такая вот. Да, классический такой европейско-западный подход. Мы понимаем, о чем вы говорите. Это на всех уровнях, наверное, прослеживается. Да, и вот если старшим от 13 лет, когда вот же юниорки, девочки, можно делать замечания, можно с ними хорошо работать, можно давать им критику, и можно хорошо проработать, можно, я имею в виду, что вот длинные, долгие тренировки, физическую нагрузку давать, то вот деткам до 13 лет, грубо говоря, даже нельзя давать ОФП, физическую нагрузку, такую, где они будут... там, потеть, работать, то есть это, этого нельзя делать, потому что детям, естественно, это не нравится, многие начинают там хныкать, как-то плакать, и это уже считается как издевательство над ребенком, грубо говоря. Поэтому здесь, к сожалению, вот такая вот система в Швеции, и, соответственно, и уровень такой же. Гимнасток я даже не припомню. Известных единственная была гимнастка. Где-то в 2011 или 2012 году она закончила. Она была 6 или 7 раз чемпионка Швеции подряд. Тренировала ее белорусский тренер Татьяна Мельчакова. И она, эта гимнастка Тереса Ларшан, она становилась 7 или 6 раз чемпионкой Швеции. Плюс еще она входила там, в 40 лучших гимнасток или 30 мира. То есть у нее достаточно был... такой приличный уровень. Mm-hmm. Дополнительно еще ее приглашала тренироваться в Новогорск Ирина Вейнер. Надо же, как интересно. Ее заметили. Она была такая хорошая девочка, выученная, школьная. И все. И начиная где-то с 12 года, с 11, к сожалению, уровень пошел на спад. Потому что дополнительно в Швеции ввели еще правила, запрещающие вот как раз вот эту вот нагрузку. И там, ну, абсолютно практически все, то есть у тренера нет никаких прав, а все должно быть в удовольствие ребенку. Опять же, я повторюсь, я не говорю, что это плохо, но во всем должна быть мера. Должна быть и нагрузка, и дисциплина, и, естественно, это не должно быть во вред ребенку, как я считаю. То есть я вот нашла вот такую вот золотую на данный момент. Может, среди... вы воспитаете гимнастку, которая... прославить Швецию. Мы вам искренне этого желаем. Нам кажется, благодарю. У вас есть для этого все. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот сейчас на пьедесталах крупных соревнованиях мы видим, что занимают места представительницы не только советской школы гимнастики, России, Украины, Белоруссии, японки, Израиль, гимнастки Италии, Болгарии, они стали достойными конкурентками для наших спортсменов. Вы это связываете больше с тем, что гимнастика развивается в этих странах, или это связано с тем обстоятельством, что их тренируют тренеры из России? Как? Я бы ответила так, что я связываю это с тем, что снизились требования к гимнасткам, снизились требования к элементам, к их количеству. Соответственно, как я считаю, это мое личное субъективное мнение, снизились нагрузки и расширился диапазон тех девочек, которые, в принципе, могут осилить элементы, могут осилить трудности предмета, мастерство, риски и так далее. Это раз. И во-вторых, я считаю, что, конечно, русская школа, наша советская школа, это и русская, и белорусская, и украинская школа. Они дали свои плоды, и тренеры разъехались, когда распался Союз в основном, и сейчас была тоже 2002 волна. Разъехались и, соответственно, воспитали уже поколение, новое поколение гимнасток, интересных, способных составить конкуренцию российским, украинским, белорусским гимнасткам. Вот как бы два фактора, которые повлияли на это. Скажите, Наталья, вот читая ваши посты, у нас сложилось такое впечатление, вот позиции, ваша позиция тренерская, она очень нам близка, и мы хотели бы узнать, вот как у вас сформировалось такое видение художественной гимнастики, оно выходит за пределы восприятия гимнастики исключительно как видов спорта, исключительно как физической нагрузки, она становится таким средством, эстетического, духовного воспитания детей. Нам это очень нравится, и мы считаем, что гимнастика должна быть именно такая. Вот как вы к этому пришли? Расскажите.
Прежде всего, на мое восприятие гимнастики повлияла моя работа в Швеции. Я вот назвала бы одним из основных факторов. То есть, когда я начала работать, я столкнулась с тем, что ты должен искать альтернативные методы. Те методы, которыми воспитывали меня, моих девочек, подружек, гимнасток, они в Швеции не работают. Здесь ими нельзя пользоваться, нельзя давить, нельзя каким-то образом на ребенка заставлять, то есть нужно искать альтернативу. Соответственно, я пришла к тому, что все-таки я согласна, что это правда. Я сама к этому пришла, я это могу подтвердить. И, в принципе, мотивация – это самое главное в работе с детьми, как я считаю, что правильная мотивация, а уже закладывание правильно морально-нравственных ценностей, развитие ребенка не только физически, но и духовно. Я считаю, это основная цель каждого тренера, потому что гимнастика закончится, а жизнь останется. А что у ребенка будет после гимнастики, неизвестно. Поэтому каждый тренер, это обязанность каждого тренера стараться максимально развивать деток разносторонне. Не только физически, но и, как я уже сказала, духовно, нравственно, морально, чтобы дети могли в будущем сами себе ставить цели, знали свои сильные, слабые стороны, умели различать, что для них хорошо, что для них плохо. То есть это как бы такая вот школа жизни, помимо вот дисциплины, упорства, которое дает спорт, тренер должен обучать вот таким вот вещам деток. Плюс еще, конечно же, творческая составляющая. То есть, чтобы дети могли мыслить творчески, они не были замкнуты в рамках спорта, не были зашорены, а могли себя найти в чем-то другом. А в этом как раз вот и помогает творческое мышление, креативность, что, в принципе, я считаю, очень хорошо можно развить с помощью художественной гимнастики как инструмента для последующего развития ребенка. В принципе, это моя позиция. Конечно, это звучит Мы с ней полностью красиво. согласны. Это сложно, но это необходимо. Да, это необходимо и это выполнимо. Это не так, что это невозможно сделать. Возможно, если правильно расставить приоритеты на тренировках, если правильно сформировать тренировочный процесс, распланировать, это вполне возможно выполнить. Мы будем к Вплоть этому даже, стремиться конечно, вплоть совместными даже усилиями. Да, то есть это возможно выполнить вплоть даже до вот, спорта высоких достижений. Я все-таки считаю, что эффективные тренировки, они могут быть меньше, чем 8 часов в день, потому что в основном, конечно, девочки вот как тренируются, что 2-3 часа это идти на тренировки, а потом просто идет уже физическое как бы, состояние человека, оно идет на спад, концентрация падает. И уже оставшиеся там 2-3 часа, это уже на издыхании, на последних силах организма все это проходит. А вместо этого, конечно, То есть это может дать результат, да? Вот то, о чем вы говорите. Не обязательно да, будет результат. да, я считаю, что будет результат. Плюс я это сейчас в своей тренерской работе, я это практикую. Я веду девочек на данный момент. Я не договорила по поводу вот своей работы в этом Я вас клубе. перебила. Я Хочется закончила, все время. ничего страшного, я закончила там работу, я была вынуждена закончить, потому что мы с руководством не сошлись, к сожалению. Я была вынуждена там закончить работу, и моя группа, которая вела, на данный момент я веду двух девочек, и мы с ними продолжаем работу. Уже как бы на дружеской частной основе я им как-то помогаю, да, веду их и так далее. И вот я продолжаю практиковать свои методики на них, и я вижу действительно хорошие результаты. Я не буду скромничать, действительно хорошие результаты. Я надеюсь, что в будущем вы их также увидите, и увидят все любители художественной гимнастики. Очень на это надеюсь. Это очень радует, что есть уже подтверждение вашей этой теории, потому что мы тоже склоняемся к такому выводу. Но у нас только все начинается, и мы прям очень рады были это услышать от вас.
Наталья, в одном из своих интервью Алина Кабаева, она выразила обеспокоенность тем обстоятельством, что изменение правил в художественной гимнастике приводит, может привести к тому, что она просто из программы Олимпийских игр будет исключена. Тут речь шла, вот вы говорили как раз об уменьшении количества элементов, но когда мы смотрим выступления гимнасток современных, не складывается совершенно впечатление, что гимнастика упрощается. Наоборот, те сложности, которые девочки демонстрируют в работе с предметом, они просто поражают воображение. Вот о каких изменениях, о каком упрощении может идти речь? Вот ситуация, о которой беспокоилась известная гимнастка. Расскажите ваше мнение. Конечно же, в первую очередь она имела в виду количество элементов тела. И прежде всего, я думаю, что на данный момент идет очень сильно, это всем известно, кто включен в художественную гимнастику, перекос в сторону предмета, просто несопоставимое количество работы с предметом и очень маленькое количество трудностей тела. То есть пошел перекос, соответственно, если нет трудностей тела, если нет достаточного артистизма упражнений и возможности его выразить с помощью тела, то упражнение уже меняется, то есть изменяется и сама гимнастика. По поводу того, что исключение из олимпийского вида спорта, я не думаю, так как следующий олимпийский цикл принесет свои изменения, плюс на данный момент включаются в работу мальчики, насколько я знаю, открываются школы гимнастики для мальчиков, но это в стиле японском. Не, слава богу, в России испанский стиль не популярен, а достаточное распространение сейчас получает японский стиль, он достаточно мужественный, у них интересные элементы, мужские предметы хорошие, красивые кольца, палочки там. То есть такая она мужественная гимнастика, не испанская. И, в принципе, я вижу, что потенциал есть, но все зависит, опять же, от того, как федерации и как те, кто управляют гимнастикой, в какую сторону они это будут развивать. Я не думаю, что они допустят того, что гимнастика будет исключена из олимпийского вида спорта. Это радует. Такие прогнозы нас радуют. Мнение еще одного авторитетного человека в мире гимнастики мы хотим с вами обсудить. Тренер, заслуженный тренер России Вера Ефремовна Штельбаумс, тренер единственной в истории гимнастики двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, а также Ирины Чащиной, Марии Титовой, замечательных гимнасток, она в одном из своих интервью сказала следующее, я прям зачитаю. «Открытые оценки, на мой взгляд, ничего хорошего не дали. Все стараются набрать как можно больше эмок в ущерб выразительности, артистичности, грации. Нынешняя художественная гимнастика больше к цирку приближается. У нас всегда девочки выделяли своими данными, амплитудой. А сейчас все это отходит на второй план. Вся эта классика, которая выделялась среди всех остальных. Я именно за такую гимнастику. Но против голых цифр никуда не денешься, и у гимнасток типа сестер Авериных изначально по базе будет преимущество перед гимнастками типа Солдатовой и Влады Никольченко. Пока они сделают один оборот, Дина и Арина уверенно сделают два или три. Длинноногие уже никому не будут нужны». Такое мнение заслуженного тренера. Чисто с физиологической, технической точки зрения, выполнение вот таких сложно-координационных трудностей предмета, оно дается легче, естественно, гимнасткам с менее длинными рычагами. Потому что чем длиннее рычаг, тем тяжелее им управлять, тем больше сил нужно прикладывать. Поэтому я абсолютно согласна с мнением Веры Ефремовны. Правила нынешние, они как раз стимулируют таких вот техничных, невысоких, компактных гимнасток сильных. И, к сожалению, становится выполнять элементы тяжело длинным, высоким гимнасткам, таким как Влада, Диченко, Алена, Солдатова. Поэтому я согласна с мнением Веры Ефремовны. Но нет ничего невозможного.
правила позволяют все-таки добирать баллы. Все-таки при чистом исполнении и Александра Солдатова, и Влада Никольченко могут быть приза. Да, чего это им будет стоить, это уже другой вопрос. Но это возможно. Ясно. Безусловно, невозможно остановить прогресс. Все меняется в мире, изменяется. Но насколько вот эти изменения положительно отражаются на художественной гимнастике? У нас вот в нашем профиле самое популярное видео – выступление Юлии Барсуковой и множество комментариев с желанием подписчиков там выражают: верните прошлую гимнастику. Вот какая школа гимнастики больше нравилась вам, старая или новая? Хотелось бы узнать, есть ли какие-то гимнастки, которые характеризуют оба периода, и вот ваши эталоны, кто вам нравится? Скажем так, что по поводу того, какая гимнастика мне нравится больше, вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я вижу то, что мне нравится и в старой гимнастике, я вижу то, что мне импонирует и в новой гимнастике, поэтому какой-то бы микс вот из старой и новой с добавлением трудностей тела, с добавлением большего артистизма упражнения, но и с сохранением работы с предметом нынешней. Вот я бы что-то бы вот такое выбрала. По поводу эталонов, то конкретного одного эталона, который бы удовлетворил все... Можно несколько? Вот яркий, да, который... старой школы и новой. Да, ну вот, конечно же, для меня лично Ирина Чащина, это эталон старой школы, она включала в себя абсолютно все качества, я думаю, гимнастки того времени, она была таким вот мощным, скажем так, крейсером, просто по работе с предметом, работа с телом, королева техники, упорство, самоотдача. Вот лично для меня вот Ирина Чащина, это эталон, можно сказать, того времени. А на сегодняшний момент, ну, я не могу назвать девочку, которая бы действительно вот мне бы нравилась. В чем-то мне нравится Солома Пожава, я неоднократно выражала свое мнение, свою симпатию к ней в своем профиле, в постах. Мне нравятся неординарные постановки, мне нравится авангард, мне нравится ее восприятие гимнастики, мне нравится хореография в упражнении, очень интересные находки, задумки. С другой стороны, мне импонирует Александра Солдатова своей эмоциональностью, своими шикарными данными, элементами тела. Еще меня, конечно же, поражают девочки, сестрички Аверины, просто феноменальная мелкая работа с предметом, координация. Поэтому вот, пожалуй, и все на данный момент. Те дети, которые, те девушки, гимнастки, которые мне импонируют. Вот учитывая все эти современные тенденции художественной гимнастики, все изменения в правилах, к чему готовиться девочкам, к чему их готовить, в каком направлении развивать? Какая она идеальная гимнастка будущего? Как вы ее видите? Идеальная гимнастка. Вот здесь я вижу, что в комментариях пишут, что искусство — это Пикассо, а гимнастика — это спорт. Можно поспорить. Знаете, вопрос спорный. Очень спорный. У меня вопрос вообще, Пикассо — это искусство или нет? На мой взгляд, это не искусство. Ну, ладно, это уже другой вопрос. Я вас перебью. Хотелось бы вот к нашим гостям прямого эфира обратиться. Если у нас останется время в конце прямого эфира, может, вы ответите на пару вопросов, которые вам понравятся. Поэтому пишите вопросы, если у вас есть. И мы в конце прямого эфира их рассмотрим. А про искусство и спорт, наверное, это может стать еще одной хорошей темой будущего прямого эфира. Мы надеемся, это не последняя наша с вами встреча. Ну и очень спорный вопрос, да. Прям. Согласна, да. Вот как раз гимнастику я вижу по направлению, развивающуюся по направлению к искусству, но не теряющую свою спортивную составляющую, потому что спорт, он ограничен, а искусство, оно безгранично.
творчество, это и есть искусство. Поэтому я вижу гимнасток разносторонне развитых в будущем. Я вижу их творческими, я вижу их здоровыми, я вижу их счастливыми, я вижу их наслаждающимися тем, что они делают. И в тандеме со своим тренером в любви и в творчестве. Вот так я вижу гимнастику. Очень радует ваша позиция. Прям каждое слово, каждое предложение выражает наши эмоции, наши чувства. Мы прям благодарны вам очень. Пожелайте, дайте какое-нибудь наставление родителям гимнасток, потому что вот мы наблюдаем этот переходный период от вот, советской школы. Мы чувствуем, что что-то в сознании людей трансформируется, и все в поисках вот этого чего-то прекрасного, чистого, доброго, счастливого, чтобы спорт, несмотря на то, что он такой, ну, физически сложный для детей, и, безусловно, приходится им преодолевать себя, и не обойтись тут и без слез и каких-то других сложностей, но вот как раз-таки вот эта позиция идти через эти все сложности к высокому и прекрасному, вот хочется, чтобы все родители к этому пришли, чтобы счастливых, здоровых детей было больше. Вот. Ваши пожелания и наставления. Я полностью согласна с вашими словами, и я бы хотела мое пожелание выразить в стихотворной форме. Бездарных нет, есть те, кто не раскрыл талант, кто извинения в лени утешение себе нашел, чтобы в тени других, кто трудится упорно, лишь сетовать на сей несправедливый вздор. Так вот, друзья, какой мой вам совет? Захочешь сильным духом стать и в деле преуспеть, работай ты в поту, но по пути себя не потеряй, ты руку дай врагу. Бессвязной речи ты куски в мозаику сложи, и с целью человеком стать свою звезду зажги. Браво, Наталья. Там до слез вы нас растрогали. Это ваше стихотворение? Да, я написала специально для нашего прямого эфира. Я думала, чего бы пожелать. И вот мое пожелание вылилось вот в такую стихотворную форму. Мы вас благодарим от всего сердца. Всегда рады вам. Приезжайте к нам с мастер-классами, приезжайте с вашими девочками, может, проведем какой-нибудь турнир совместный. Спасибо за такие чудесные строки, надо их записать, опубликовать, чтобы все родители, все читали, вдохновлялись, вот, и получали удовольствие от вашей поэзии. Надеемся, не последнее стихотворение, вот, и не последний прямой эфир. Благодарим вас от всей команды Академии Первых. Посмотрим вопросы в ленте. Да, давайте посмотрим. Что там у нас интересного? По поводу спора о спорте и искусстве. Вот гость прям такую тему интересную нам задал. Если говорить, конечно, о принадлежности гимнастики, художественной гимнастики к олимпийскому виду спорта, это спорт. Но если взять во внимание ее балетное прошлое, тут, ну, не останется никаких аргументов, что все-таки к искусству оно тоже имеет отношение. Поэтому... Конечно. Так. Комплименты в адрес вашего стихотворения. Это что-то очень трогательное. А, вот, Наталья, тут вопрос. Как правильно пережить гимнастки, переходный возраст? Ведь гормоны очень действуют на организм. Наверное, распространенная проблема переходного возраста гимнасток, девочек. Часто вот как раз-таки в этом возрасте они заканчивают карьеру из-за каких-то вот таких психологически-поведенческих моментов. Вот как раз я закончила именно в переходный возраст. Поэтому наглядный пример. Ну, что здесь пожелать. Здесь родителям нужно хорошо со своим ребенком поговорить. Здесь все на доверии. Потому что в таком возрасте, конечно, гормоны, все дела, но все-таки, если ребенку не нравится гимнастикой заниматься, то в таком возрасте это может выйти наружу, и это может быть действительно осознанное решение. Вот в моем случае это было осознанное решение, и просто уже 13 лет, когда пошел переходный возраст, уже человек становится более взрослым, он может уже принимать более или менее осознанные решения. Я поговорила с мамой, мама поддержала, и
Я закончила. Я не жалею совершенно об этом. Там был еще вопрос про мастера. Я мастера спорта не выполнила. Но, опять же, я об этом не жалею. Мне это никак в жизни не помешало. Если бы я даже и выполнила, я не вижу, чтобы изменилось бы. Возможно, если бы вы продолжили в такой тяжелый период, может быть, у вас отпало вообще желание заниматься гимнастикой в будущем. Поэтому как важна родительская поддержка и понимание ребенка. Вам повезло в этом случае. У вас сложилась карьера тренера. Вот здесь вопрос по поводу критерия выполнения разряда мастера спорта. В нашей области после принятия этих изменений нет ни одного мастера за 2 года. Здесь, наверное, речь идет не только как бы конкретно о каком-то районе речь, а вообще все жалуются о том, что очень сложные правила и сложно выполнить мастера спорта. По поводу выполнения мастера спорта в России, к сожалению, я не знаю, я не имею информации, но я слышала, что действительно сложно это сделать, что многие стараются сделать это в групповых упражнениях, что вроде бы в групповых есть такая тенденция. Да, полегче. Поэтому, к сожалению, я ничего не могу сказать по поводу критериев, про Швецию. Я их не знаю. А как в Швеции с выполнением мастера спорта? А здесь нет никаких званий, ни разрядов. Здесь совершенно ничего нет. Здесь гимнастика, она на любительском уровне. И здесь девочки, которые выступают на чемпионатах мира, они есть. И на Европе выступают, и на всех больших стартах, и на гран-при в том году ездили. Они, вы знаете, они на самом деле герои для меня. И они выступают и тренируются не благодаря, а вопреки всему. Потому что здесь очень-очень много таких вещей, которые препятствуют развитию гимнастики и тренировкам. Поэтому для меня герои, даже несмотря на тот низкий, да, уровень подготовки и вообще тем девчонки сложнее, вообще молодцы. Тем сложнее, если конечно. Низкий уровень подготовки на таких соревнованиях с такими соперницами, здесь такая морально-волевая подготовка нужна. Надо отдать должное девочкам и пожелать им удачи. Пускай все у них сложится. Может, выберете вы вопрос на ваше усмотрение. Так, ну вот давайте, что сейчас посмотрим. Время у нас эфира сколько уже заняло? Знаю, спануть час. А, время есть. Не оборвем. Да. Да. Хорошо. Так, ну давайте про Авериных. Вот что Годунко Наташа говорит, что у Авериных нулевая базовая работа с предметом. Что вы на этот счет думаете? По поводу базовой работы с предметом, ну, вы знаете, если бы у них была нулевая базовая работа, они не были бы там, где они сейчас есть, то есть в сборной. Это раз. Номер два, да, есть недостатки, я их также вижу. Я вижу, что можно было бы улучшить, но, вы знаете, базовая работа, она закладывается с детства, и гимнастки просто так были обучены. И на данный момент никаких сбавок за вот эту вот, за эти недостатки в базовой работе, в правилах, по сути, нет. Они есть, но маленькие. Эти недостатки можно с лихвой компенсировать просто дополнительной трудностью предмета, дополнительным мастерством и заработать свои потерянные баллы. Затем, по поводу того, можно ли это исправить, да, это можно, но я не вижу смысла гимнасткам такого уровня над этим работать. И вот что я имею в виду под этим? Под этим я имею в виду именно, например, хват предмета за середину. Например, если это булавы, да, хват булав за середину. Затем отсутствие там, вертикали, если руки идут вверх вместе с булавами, когда гимнастки держат их немножко наискось. Или же отсутствие горизонтали. То есть это такие мелкие детали, да, которые режут глаз, которые создают грязь, но которые, в принципе, они за это сбавка идет, но она не смертельна. Затем по поводу еще работы, то да, у них очень много мелкой работы. Под мелкой работой я имею в виду маленькие бросочки, переброски, много работы с другими частями тела, то есть ноги, руки, локтевые суставы, спина, шея. У них участвует все абсолютно тело в работе. И вот этим они берут. То есть девчонки, координация просто феноменальная у них. Я поражаюсь, удивляюсь, как с такой легкостью они могут выполнять такие сложные элементы. Но, опять же, они компенсируют тот недостаток, который действительно есть.
своей вот этой вот феноменальной мелкой работы. Я ничего не вижу в этом страшного. Ну, в этом вся прелесть, что есть гимнастки разного стиля. Кто-то берет амплитудой, сложностями тела, кто-то демонстрирует мастерство в работе с предметами. Гимнастика не была бы такой разнообразной на вкус каждого, если бы не была такой разной. Поэтому имеет место быть. Конечно. Так, еще вопросы. Так, вот еще, смотрите, я сейчас выберу. А почему тогда невысокого роста гимнастки все равно не котируются? В художественной гимнастике все равно, как в классическом балете, есть определенная эстетика, есть определенные каноны красоты, которые превалируют, и, ну, вот, которые должны соблюдаться, да. И есть определенные стандарты, как и в модельном бизнесе, в гимнастике тоже они присутствуют. Определенная длина ног по сравнению с телом, то есть пропорции, определенный рост. И это уже, вы знаете, изначально так все было, поэтому это идет по накатанной, и, естественно, на площадке эффектней, как бы это ни звучало, смотрится более высокая девочка, ее лучше видно линии ног, рук, лучше видно работу с предметом, чем та же маленькая ее, например, сокомандница. Но на данный момент это все можно компенсировать. Правила позволяют компенсировать отсутствие роста работы с предметом. Опять же, уверены, спокойно это делают. Та же Женевьяна Владинова, та же Линоя Шрам, она компенсирует отсутствие стоп, отсутствие коленей красивых, натянутых, шикарных элементов тела, прекрасной работы с предметом, скоростью. И это все можно компенсировать. Поэтому нужно грамотно составлять программу, скрывать недостатки, подчеркивать достоинства, и будет вам соответствующая оценка. Но при наличии адекватных судей, которые действительно объективно судят, а не субъективно. Так, понятно. Так. Тут пишут, мальчики, не дай бог. Ну, а куда, что делать-то? Надо же как-то спорт куда-то его двигать, развивать все равно. Рано или поздно мальчики присоединятся. А тут уже другой вопрос. Да, это неизбежно. Я думаю, что да, мальчики в любом случае будут. И на данный момент идет тенденция к парам. То есть мальчик и девочка. Поэтому посмотрим. Самое главное, я ничего не вижу в этом плохого. Самое главное, что если это будет красиво, если мальчик будет мальчиком, а девочка будет девочкой, это только приветствуется разнообразие. Действительно, почему бы и нет, если в балете мы вроде бы привыкли, что есть и мужчины, и женщины, и все гармонично, красиво. Наверное, нужно время это принять. Нужно время, и нужно просто правильно это сделать, внести коррективы в правила и в правильное русло это направить. Ну, вроде бы вопросы закончились. Интересно, все мы с вами обсудили. Стихотворение мы ваше выслушали. Надо его записать обязательно. Может, в посте мы его выложим, чтобы оно осталось на память. Кстати, отличная идея. Мы это сделаем сегодня с вами. Благодарим Хорошо. Еще раз, Наталья. Желаем успеха в вашей работе. И до встречи. Спасибо. До свидания. Спасибо. До встречи. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Так. Завершить прямой эфир.